Всем большой привет! Пятничный влог начинаю. Мы едем сегодня на дачу. Я вас сегодня беру с собой. У нас сегодня очень много дел. Мне надо сходить постричь моих мальчишек. Они уже ужасно обросли, потому что жара, голова потеет. Жутко жарко, а волосы густые. Короче, буду постригать мальчишек. Потом нам нужно зайти взять Фаберлик. Пришел мой заказ. И потом... что нам нужно. Нужно сходить еще в продуктовый магазин, выкупить продукты и на дачу. В этот раз возьму вас с собой и поснимаю что-нибудь вам на даче тоже интересненького. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I. Would it said we would run, but then your ride came and they took you away. You were mine till the end of summer. Each day that I pass by that place, I wonder. Фоткай меня, мама. Все, я тебя сфотографировала. Возле лимузина. Ну все, мы подстриглись. Один. Матюш, ну-ка покажись. Покажись свою прическу суперскую. Второй. Все, подстриглись. Теперь идем за Фаберлик. Забрали Фаберлик, целый пакет, будет отдельное видео. Поехали обратно. Гуляйте. Девочка! She's so dramatic, post a caption, I say no regrets. But that's just to cover up, I know the truth, I lied to tech. You slept on me, collected Z's, and now to keep you up at night, I should keep up at night. Oh, oh. I've seen this play out before. I moved on and now you're bored. My new relationship is popping something you can't ignore. I've seen this play out before. I moved on and now you're bored. My new relationship popping and you just can't ignore it. But you can't stand the picture of my girl all up on me. You said, do you ever wonder what me and you couldn't be? And the truth is I don't think about it often, honestly, girl. Who do you think you're fooling? Every caption that I read, I see through. Reactions and captions say never looking back, but that don't include when she think about what we could have had. Yeah, you learn from me, don't drag your feet. Now that shit weighing you down all day long, cause you're on your own. I've seen this play out before. I moved on and now you're bored. My new relationship is popping something you can't ignore. I've seen this play out before. Ну вот, 2 часа, и мы на месте. У меня такое ощущение, что я заболеваю. Говорю в нос, нос течет. Ну что, мы на даче. Пришли по ягодку. Малины полно. И мы пришли есть иргу. Пока еще она не пропала. В общем, мы по ягодам сейчас пройдемся, а потом уже пойдем домой готовить, кушать и разбирать сумки. Ну что? Ой! Ой!
Ты крыжовник ты еще не ешь, он еще зеленый, не созрел. Ты желтую малину пошел убирать? Вот, бери, она прям висит, желтенькая. Вот это здорово. Ой. На. Ты зеленую взял, на, вот эту мам тебе дает. На. Появиться в кадре, а то все детей снимаю, природу, дачу, а меня как таковой-то и не бывает в видео. Я не голая, я в купальнике, так что я перед вами одета. Сегодня, мне кажется, погода побила все рекорды. Сегодня просто адская жара, наверное, градусов 32 точно. На солнце даже боюсь прикинуть, сколько. Мы пришли домой, время уже 2 часа дня, я сейчас буду Матвею укладывать спать. С утра накупались, я успела собрать черную смородину только, и сейчас буду укладывать Матвея спать. Пойду сама малину собирать, потому что там немножко другой участок, он там не сидит, за ним надо бегать. А получается, дела с ним никакие не делаются, поэтому я сейчас его укладываю спать. И иду, в общем, по ягоду. И да, я все-таки приболела, у меня насморк. Матвей что-то начал тоже нос течь. Ну, все-таки я считаю, что вот эта вот температура на улице жарко, где-то ветерок подул, обдул, где-то, может быть, не знаю, в общем, продуло, мне кажется, нас, потому что, ну, больше нигде заболеть мы не могли. Но это все временно, я думаю, что все пройдет, как бы лечимся. Первый раз за лето я одела купальники, представляете? Первый раз за лето, это в конце июля. Обалдеть. Поэтому чуть-чуть стараюсь хоть как-то, ну, чтобы немножко хотя бы загореть, насколько это возможно. В общем, пойду я сейчас укладывать Матюшу и пойду сама на малину. А, вот она смородина, которую я собрала. Это один маленький кустик. У нас еще два стоят. Она такая прям крупная-крупная. Смотрите, какая большая. Не сладкая. Ну что, вот она наша тепличка. Да, сейчас все совсем печально. Конец июля, все еще зеленые, помидоры зеленые. И мы первые вчера огурчики собрали, 3 штучки, вот они. Первые наши плоды, первый урожай, завязались все-таки огурцы, дождались мы. Конечно, в этом году все так очень поздно, но благо, что хотя бы что-то, ну, все-таки есть. Пишите, девчонки, огородницы у меня, кто здесь есть, как у вас дела с этим обстоят. Есть ли у вас вообще в этом году ягоды? Овощи сажаете, не сажаете. И тут еще, смотрите, маленькие помидорки. Ну, вот эти, кстати, маленькие помидорки мы уже снимали. Уже Матвей первую пробу снял. Что вот, кто ждал, вот она тепличка. Ого, смотрите, за неделю сколько здесь ягод. А мы уезжали, все собирали. Даже зеленую практически собирали. И она за неделю у нас снова поспела. Будем варить варенье. Не пугайтесь, я собираю просто в перчатках, потому что сразу полю и не хочется маникюр портить. Смотрите, какая большая малина. Вот чем хороша молодая малина, тем, что ягоды крупные и не червивые. Класс. Summer. Each day that I pass by that place, I wonder, could we try again, recover, or was our love only for the summer, the summer, the summer.
Доброе утро. Вот так у нас с утра поют петухи. И у нас дождик. Как петушок кричит. Ку-ку-ку. Да? Да. Скажи доброе утро. Дождик на улице? Да. Угу. Может, еще разгуляется к обеду. Будет жарище. А мы сегодня домой поедем, да? К папе поедем? Да. Ты что, хрюшка? Да. Там хрюшки? Да. Там нет хрюшек, там только курица и петушок. Да. Ой, куку. Да. Хрюшка, это ты. Хрюшка, свинюшка. У нас прошел дождик во второй день, воскресенье. Мы скоро будем уезжать домой. И практически полдня прошел дождь у нас сегодня. Посмотрите, что у меня творится с волосами. Они вьются сами по себе. Не нужно никакие бигуди. Так, меня тут обстреливают шишками. Эй! Бах, шишки сами по себе еще и падают. Еще и Матвей в меня бросается. А, теперь из автомата. Что ты делаешь? Опять стреляешь в меня? Да. Шишками? Да. Это твои снаряды? Матюша, зачем маму обстреливаешь, голожопик? А стрелять-то метко. Девчонки, у кого еще вьются волосы от влажности, от сырости, от дождя? Мать, больно! Ой. Короче, вот такой вот я кудряш. Нельзя бросаться шишками. Нельзя бросаться шишками. У тебя там целые запасы, смотрю. Ой-ой-ой. Кто смотрел прошлогодний влог, когда он свалился в этот пруд у нас? Да, Матюша? Да. Падал сюда бубух? Да. Ну, ты, наверное, это не помнишь. Поплыли? Да. Да, поплыли. Соседи стучат, строятся. Сегодняшний сбор. Клубника. Это ведерко крупный. Она такая кисло-сладкая. А вот эта мелкая, такая неказистая, но она безумно сладкая. Она Что? Она прям тает во рту, она безумно прям сладкая-сладкая. Что, это твое ведерко? Да. Это ты будешь кушать? Да. А вот это кто будет кушать? Ты тоже будешь есть? Да. А папе отвезем? Да. Ну, клади, папе будем везти. Да. Да? Да. Поделимся с папой? Да. Ага. Так что вот такой вот у нас сбор. Вчера малина, сегодня клубника. Что нет? Что нет? Это что такое? Никому не дашь? А папе отвезешь? Да.
Ну что, мои хорошие, эти выходные подошли к концу. В воскресенье мы едем домой, уже собрались, все уже загрузили, ждут меня. Мы с нашими ягодами и нашим урожаем в виде огурцов, помидоров, первым урожаем, едем домой, буду кормить мужа ягодами. Очень классная погода была, надеюсь, вам этот влог понравился. Мы уже вернемся на следующие выходные. Приедет уже Матюшина крестная, наши родственники любимые, которых уже 2 года мы не видели. Так что у нас будет очень такая душетрепещущая встреча, много разговоров. Мы будем отдыхать, наслаждаться нашей встречей. А эти выходные подошли к концу, и влог тоже заканчиваю. Надеюсь, вам этот влог понравился, и вам было интересно со мной провести эти 2 дня. Всех вас люблю, целую, жду вас в новых видео совсем скоро. Всем пока-пока.